Раз уж я все равно буду поблизости, надо бы поздравить старика. Так, посмотрим. Похоже, мне придется идти вот сюда. А, день выборов. Система может и порочна, но я все равно пойду. Это мой долг. И рождественская елка. Опять тащить эту пожароопасную штуку в свой дом. Так, и где это? Я думаю, мне нужно приниматься за дело. Я полагаю, что колонна пройдет без инцидентов, учитывая то, что все машины в этом городе больше похожи на бесполезный взрывающийся реквизит. Пошел отсюда, кретин! Какой кретин придумал это? Черт, я даже не понимаю, куда нужно поставить крестик. Они даже дырки не смогли пробить в нем по-человечески, но я уверен, что они засчитают его. Черт, я не смог его до конца заполнить, но я думаю, они догадаются, что я хотел выбрать. Слишком легко. Стоять! Вот так-то, ты арестован. Попробуй, возьми меня. Стой или буду стрелять. Я обнаружил подозреваемого. Какое облегчение. Смотри по сторонам. Эй, идиот!
Эй, идиот! Нарушил подозреваемого. Стой на месте! Стой на месте! Мне определенно нужно еще. Мне определенно нужно еще. Oh! Yeah.
Теперь цветочки будут расти. Толпитесь, у меня полно денег. Какое облегчение. Это может мне повредить, но... Я врезал ему по башке. Тащи сюда этого урода. Он все еще спит. Тогда разбуди его. Мы сделаем это прямо здесь? Да, здесь. Похоже, безопасно. Сегодня ведь не вторник. Кто первый? Ты был первым в прошлый раз. Теперь моя очередь. Эй, просыпайся! Этого. Но, пожалуйста. Ой, бог мой. Я стал бомжом. О, великолепно. Только вот этого еще не хватало. Боже, я не могу пойти домой в таком виде, я должен сходить в химчистку!
Так, посмотрим. Похоже, мне придется идти вот сюда. От этого может остаться. Так, мне уже лучше. Мне нужно поискать лекарство. Искать лекарство. Ну, кто бы мог подумать, что это возможно? Круто. Я чувствую себя дерьмово. Это они могут сказать. И не толпитесь, у меня пуль на всех не хватит. Я чувствую себя не очень хорошо. Это может мне помочь. Let's go.
определенно нужно еще. Разве только что стрелялся? Похоже, этим идиотам я чем-то не нравлюсь. Лучше держаться от них подальше. Теперь цветочки будут расти. Что подписался за стекчевар? Засунь-ка свой висящий обрубок назад, парень.
это может мне повредить, но... Какое облегчение. Пощади меня! У меня же дети! Ах, ты ублюдок! Сукинский! О, боже!
Сукины дети. Я чувствую себя дерьмово. О, да! Я должен перестать курить. Это дерьмо. Не me termines, loco. Я чувствую себя не очень хорошо. Как я не люблю ломку. Мне определенно нужно еще. Just tell me what you think. Мне нужно засунуть кишки обратно. Цветочки будут расти быстрее. Так, мне определенно нужно еще.
Да-да-да. Какое облегчение. Острые. Кое-кто может лишиться парочки конечностей. Да. Сухая слишком. Так, это опять не то. Нет. Так, это опять не то. Сухая слишком. А я так не думаю. Так, это опять не то. Нет. А я так не думаю. Ты, должно быть, вот так неудачно шутишь, да? Надеюсь, эта сука оценит мои усилия. Он смотрит на нашу любимую рождественскую елку, граф. И что, по-твоему, мы должны делать, дружище? Мы сделаем это прямо здесь? Давай преподнесем ему рождественский подарок заранее. Сейчас он у меня попляшет. Мне ну... А? Круто! Президент Чак Хэнсон. Да-да-да. Сухая слишком. Так, это опять не то. Нет.
На нашу любимую рождественскую елку, граф. И что, по-твоему, мы должны делать, дружище? Мы сделаем это прямо здесь? Давай преподнесем ему рождественский подарок заранее. Сейчас он у меня попляшет. Да, такое оружие никогда не закупится. Что за оружие, убивая меня? Так мне уже лучше.
Оружие не убивает. Я убиваю. Следующее. Пришло время идти домой. Наверное, мне стоило сначала знать у него, где эту штуку. Не мешайте мне! Я ранен! Штука хорошо действует. Эй, идиот! Пришло время идти домой. Рождественская елка. Мне не терпится нарядить ее. Она досталась мне очень дешево, так как сейчас июль. Ну, я надеюсь, что ты проголосовал сегодня, и твой выбор изменит будущее. Ты хочешь сказать? Чего? Я спросил, у нас есть пиво? Меня дико мучает жажда после сегодняшнего.